Доброе время суток, снимаю видеообзор на диагностику Axiom. Здесь покажу наклейку. Подключили через зарядное устройство, лампочка горит зеленым. Таким вот образом получается подключение. К сожалению, к ноутбуку нет возможности подключить ее. Такой провод питания, я понимаю, 4-пиновый. Возьмем. Состояние, в принципе, у меня неплохое. Целые на месте. Давайте покажу комплектацию. В комплекте также диагностика. Это такой провод. Скорее всего, уже переходить на машину, к ноутбуку. Тут еще на получается диагностический. Вот такой провод в комплекте, это уже к ноутбуку получается идет сюда. Такой провод. Там же еще плюс такой. Значит, приносил, проверяли на месте, подключали к ноутбуку, программу показывала. Все работало. Спасибо за просмотр. Хороших покупок.